Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Чаще всего пешеходы в Кировской области попадают под колеса автомобилей в промежуток времени с 5 до 7 вечера и с 20 до 22 часов. Такими данными поделилось региональное управление ГИБДД. Каждый второй водитель после столкновения посетовал на то, что он поздно заметил пешего участника дорожного движения. В таких ДТП, случившихся в темное время суток, с начала года погибли почти полтора десятка пешеходов. В основном это мужчины. Трасса 101. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, изменяющий правила прохождения техосмотра. Если гражданин, обычное физлицо, владеет автомобилем или мотоциклом в течение долгого времени, то получать диагностическую карту с установленной сейчас периодичностью ему не придется. Пройти ТО один раз надо будет после покупки транспортного средства старше 4 лет. Другими основаниями для этого станут внесение изменений в конструкцию и замена основных агрегатов. Поправки не распространяются на коммерческий транспорт, такси, автобусы и другой. Трасса 101. Самым покупаемым новым кроссовером в нашей стране в середине осени стал Hyundai Creta. На сайте производителя кореец сейчас оценивается минимум в 1 миллион 240 тысяч рублей. На второй строчке оказался более дорогой и престижный экземпляр Toyota RAV4 с начальной ценой 2 миллиона 120 тысяч. Замкнул тройку лидеров Renault Duster, за который просят сейчас от 1 миллиона 17 тысяч рублей. В целом продажи новых авто в октябре снизились почти на 20%. Трасса 101. Вот и Россия, а вернее Москва, заявила о планах по запуску беспилотного летающего такси. Это может произойти в течение ближайших 4 лет. Работа в данном направлении ведется, оказывается, с 2019 года. Сам летательный аппарат представляет из себя большой дрон, способный поднимать на высоту 150 метров до 300 килограммов груза. Максимальная скорость 200 км/ч. Заряда батареи хватит минут на 20. В нынешних ценах 1 километр пути обойдется пассажиру в 200 рублей. Трасса 101. Максимальный размер выплат в рамках ОСАГО – 400 тысяч рублей. Но как быть, если автомобилю нанесен тотальный ущерб и убытки намного превышают указанную сумму? Из ситуации можно выйти, сделав оценку стоимости авто на момент аварии. За разъяснениями обратимся к руководителю отдела транспорта компании «Экскон» Константину Кузнецову. Мы можем осмотреть автомобиль полностью с выездом, с полной дефектовкой данного транспортного средства и составить смету восстановительного ремонта, если она превышает 400 тысяч. Если автомобиль нецелесообразно восстанавливать, то тогда мы еще составляем расчет стоимости транспортного средства на момент аварии и стоимость годных остатков. И разница между этими двумя величинами получается ущерб, который человек может потребовать второго участника ДТП. Если он не согласится в добровольном порядке, подать исковое заявление в суд. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липпа, Кнехта 13. Телефон горячей линии 73 50 50. Сайт x-defiscon.ru. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.